Хоба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Террарию. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Огромное просто вам человеческое спасибо за такую мега-активность, все больше и больше и больше. Но вчера была, конечно, топовая серия, то, что мы, наконец-то, королеву пчел умотали. Не с первого раза, конечно, но сойдется второго. Итак, ребята, мы с тобой продолжаем. Не забудь поставить лайкос, также подписаться на канал, если ты здесь впервые. И, в принципе, у нас вообще все круто идет, за исключением, что в каждой серии у нас вот такой вот небольшой бомжатничек. У меня нету времени сейчас, ребята, у меня скоро будут выходные. Смотрите, вторник и среду, наверное, я отдохну, так что не пугайтесь, если не будет видосов. Два дня я хочу отдохнуть, просто, ну, реально, неделю, блин, фигачишь видосы. Нужен отдых. Вот, понедельник я еще запишу, так что не переживайте. Ну, должен, по крайней мере. На 100% гарантии не даю. Потому что не могу. Вдруг там реально плохо будет или еще что-нибудь. Короче, смотрите, какой сегодня будет план. Мы с тобой пойдем, да добудем, наконец-то, метеорит. Он уже, блин, сколько раз маячил перед глазами. Из него вроде как броню хорошую можно сделать. Я не знаю, конечно, может... Она хуже даже нашей. Я вот не знаю, надо там посмотреть. Мы сейчас добудем руду, переплавим ее и посмотрим. Либо сделаем какое-нибудь оружие. Я думаю, меч вообще там крутой, может, из метеорита. Ля, у нас Челябинск, блин. Не, в Челябинске реально метеорит. Я помню, упал так на Авито дофига там предложений было. Типа, продаю метеорит, типа, вот, приносит только удачу. Короче, друзья, давайте сейчас сворачиваемся и назовем птичку. Даже две птички, потому что, посмотри, с помощью вот этой штуки мы теперь можем двух птичек. Ну, блин, это тупо называть там две игорки, да, там, что это такое? Так что сейчас мы с тобой посмотрим. Ну что же, друзья, рандомайзер для комментариев. Вставляем ссылочку. 1500 комментов, что? Вы, ребята, куда так разогнались? Да в смысле, почти 1600? Это что, блин, такое? Офигеть. Ладно, подзагружаем, и сейчас мы с тобой посмотрим. Капец. 90 лайков. Итак, Тимофей Андертейл. Блин, я все хочу в Андертейл поиграть, ребята. Возможно, будет на канале. Поддержи лайкосом. Напиши то, что да, будет здоровски. Ну, хотя бы один комментарий будет, очень будет круто. Итак, смотри. Все, пора отправляться в хардмод. Вот я насчет хардмода, то есть хардмод... Сейчас, погоди. Хардмод, скрафт зелье огнестойкость. У меня, кстати, зачем нам крафтить, пацаны? Зачем? У нас и так уже есть пару бутылочек. Бутылка с водой плюс обсидиан плюс огнецвет. Огнецвет можно найти в аду, на пепле. Строй арену из блоков, а не из плиток. Строй прямую арену и ищи демона Вуду. Стенку плоти можно призвать, если выбросишь куклу Вуду-гида в лаву, в аду, именно там. А также крафт зелье ловкости, железная кожа, скорость регенерации. Удачи. Вот я до сих пор этим не занимаюсь, ребята. Мы в каждой серии, блин, я говорю, да-да, мы вот будем выпивать перед боссами там. В итоге нифига не происходит. Прямая арена по скрипту. Вдоль ада, желательно подлиннее. Я зачем-то арену на висят построил. Если гида не будет, то стена плоти не спавнит, потому что гид ты... Блин, зачем, дядь? Ёкарный бабай. Блин, такие спойлеры. Серьезно, гид это и есть стенка плоти, босс, типа... Скрафт кирку адскую и броню адскую, без нее в хардмоде никак, чтобы NPC продавали пилон, у них должно быть настроение плюс 2, а именно любимый биом, любимый NPC, вулканчик говорит, вот что. Но я говорю, я гайд смотрел, и все равно они несчастливы, я не понимаю. Вот, уже лето на подходит, так что запасайся квасами. Блин, вот это мне понравился комментарий. Андрюха, спасибо огромное. Блин, реально скоро будет у нас квасик. Культисты не заспавнятся. И можешь пока что про них забыть. Это, можно сказать, босс, который будет не скоро. Вот что. Зем сказал предфинальный в конце игры. Блин, столько... Ну вот это я, конечно, друзья, блин, это не очень приятно на самом деле.
Ай-я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 й! Ну зачем так делать? Ну зачем, ребята? Вот, совет: в аду есть сундуки фиолетового цвета, они находятся по всему аду, который аду фиолетовым ключом, если можно, выпить хорошее. Или говно, но скажите ему, чтобы он зачарил вещи. Капец, что там сейчас пишут, ребята. Несколько раз убиваю боссов, чтобы выпадал разный предмет. Называется фармить. Та-та-та, спасибо, Никита, да. Кстати, смотри, и вправду, я об этом думал на самом деле. У нас сейчас глаз Ктулху есть, а может реально попробовать? Снежная буря в пустыне. На поверхности королева пчел получает баф, еще больше бафов. А-а-а, понял, понял. Так, наверное, мне кажется, что выйдет серия под названием «Разбираю хлам в сундуках». Когда находишь сундук, справа есть несколько... Ну, это я знаю, на самом деле, правда, вот не пользуюсь. Так, друзья, итак, первую птичку нашу будут звать Тоня Полевая. Тоня! Из королевы пчел падают медовые очки, на которых можно летать. Все, Тоня. И... Кирюха, Тоня и Кирюха, нормально, это прикольно, друзья, как хорошо, прям подфартило. А культисты это предпосылают, да ёбай, ну все, ну вот, ну ё-моё, блин, ну эти спойлеры. Я все жду, сказал, чтобы поковырял нос... Чтобы сделать арену для стены плоти, нужно в длину сделать 2 каблоков. Нужно поставить длину, вот и арена. Но если тебе не хватает, тогда еще больше сделать. Так, друзья, короче, идем мы в игру. Ну что же, друзья, мы с тобой продолжаем. Блин, ну вот спойлеры. Ну, немного, да, интерес. Вот он чуть-чуть пропадает, ну блин. Ладно, ладно, не переживаем, друзья. В принципе, не все так плохо, сам понимаешь. Смотри, блин, бедная белочка. Смотри, с чем я хочу сейчас заняться? Насчет ада вы правильно, конечно, подметили. Давайте сначала метеорит добудем. Посмотрим вообще, что там по броне. Но для начала, конечно... Для начала надо вот с этим говнецом, блин, разобраться. Хотя бы чуть-чуть вот сейчас... О, господи, сколько же просто... Восполнить боезапасы, смотри, как есть. Быстрая стопка. Опа! Фига, блин. Это интересно. Не-не-не, погоди, дядь, вот это мне нужно, на самом деле. Так. Офигеть, серьезно? У меня уже все забито? Офигеть, у меня уже все забито. Ты прикинь, сколько говна просто у нас. Я офигею. Так, на... 2 каблоков? Это получается 2000 камней или... Ох, боже мой! Ох, дядь! Нет, ну на самом деле эти советы все равно... Вы молодцы. Спасибо вам огромное, правда. Потому что я бы не разобрался, как, откуда вообще в моей голове бы вот это возникло, что надо в аду построить чисто арену на 2 каблоков. Не, давайте все-таки поменьше построим. 2К это что-то, по-моему, слишком. Или это обязательно? Бутылка с медом. Это давай все вот сюда вот. Вроде как понадобится. Медовый блок. Так, желудь. Дядь. Метеорит. Вот что нам нужно, друзья. Да, мы сейчас этим займемся. Лук это, конечно, хорошо, но... Не будем фигней страдать. Такое серая плита. Лунное сияние. Статуя звезды. Ну какая. Пусть вот тут у нас будет. Что-нибудь там не дает. Так, что такое? А, все, все, друзья. Понимаю. Так не открыть нам двери. Если мы поставим. Тут у меня кровать. Так, блин, куда же мне это поставить-то, ё-моё, давай вот тут пусть будет. Да, тут, если что, сможет открываться дверь. Так, насчет кровати. Вроде мне сказали, что время намного быстрее движется. Опа!
Вы правда. Вы правда были правы. То есть я, смотри, как с папуасием. Я сначала вот так вот сделал, посмотрел, вроде не движется, и быстренько вот так соскочил. Вот оно что. А в предыдущей серии там еще и не было луны, и она, видимо, за замком нашим была. И я это не видел. А тут сейчас, видишь, фонарики какие-то такие летают, как китайские фонарики, знаешь, запускают там. Блин, кровать — это круто. Это круто, ребята, познаем. Мы теперь все познаем. Ах, птички наши курлыкают там. Тоня и Кирюха, смотри-ка, вместе парочкой летают. Так, ждем, ждем, ждем. Просто ночью я не особо хочу как-то ходить. Сейчас мы немного подождем с тобой. Надо нам из метеорита, ну как метеорита, добыть, переплавить его метеоритовые слитки и посмотреть. А вообще, погоди, можем мы как сделать? К гиду обратиться, посмотреть, да и все. Да, да-да-да. Так, все, утро начинается, но я хочу, чтобы немного посветлее было. Давай, братиш. Так. Все, можем, ребята, отправляться. Погнали, 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 погнали. Пинг-пинг. Вперед. Нам его надо найти. А погоди, тут, по-моему, как-то... Тут вроде, может, отображается. Я помню, что здесь вот... Мы куда-то, помнишь, с тобой заходили? Куда это мы с тобой ходили? Так, хорошо. Опа. Нет, нет, нет. Меч очень крутой, серьезно, ребята. Слушай, погоди, а метеорит, он... Мы в прошлой серии немного там поддобыли. Превращен в кучку плоти. Королевой пчел. Да, немного я, ребята, попуасился. Так. Ага, джунгли. Ящичек мы этот с тобой давным-давно проверяли. Так, хорошо. Слушай, а где метеорит-то? Он где-то должен быть. Вот он, нашел, 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 вот он. Все, начинаем, ребята, добывать. И самое интересное, что здесь надо это все делать аккуратно, потому что... Вот, смотри. Так, платформа из красной древесины. Угу. Офигеть, сколько у нас тут его. Нам хватит по-любому. На всю жизнь. Ой, молодцы, молодцы, пташки. Давайте, продолжайте в том же духе. Офигеть, они просто меня защищают. Тоня, Кирюха, молодцы. Блин, ну это забавно, на самом деле, мне нравится. Называть в честь подписчиков, в честь братишек вот так вот. Это прикольно. Слушайте, я задумался насчет того, а нам арену обязательно строить из камня? Просто я такой посмотрел. Ребята, смотрите. 147 камня. Я чуть-чуть сейчас прокопал, и у нас 75 блоков из грязи. Давай, наверное, из грязи попробуем. Звучит как-то не очень. Из грязи давай попробуем. Так, метеорит. Да, короче, надо из грязи делать арену, и все нормально будет. Так. Так, добываем, добываем. Бульдозер, достижение. Ну-ка, мне даже интересно посмотреть, что это такое. Так, бульдозер, бульдозер, бульдозер.
найдем. Уничтожьте в сумме 10 тысяч плиток. Офигеть. Круто. По идее, мы вот так вот можем делать. Так, один метеорит тут был. Да, тут мы вообще нормально, друзья, заживем. Сколько там блоков из грязи? 154, нормально, я толком даже и не пахал. Нормально, ребят, но самое важное у нас тут вообще-то, это именно из метеорита сейчас добывать. Поэтому... Блин, опасно так. Ну что делать? Как бы хочется немножечко метеоритика-то, а? Че, прикинь, мы его добываем, а он мне нафиг не нужен. Вообще нафиг. Вот это прикол будет. Может, не так много? Не, ну его надо добыть. Пацаны, охренеть, сколько его просто. Ну что же, друзья, в общем, я уже нормально так... Блоков из грязи добыл, плюс метеорит, смотрим, 329. Сейчас будем все, конечно, переплавлять. Так, 144, ага. Ну, чуть-чуть вообще, немного. Я не думаю, что 2000 блоков, это слишком много. Я заколебаюсь их ставить, что это такое? Так, смотри. Нам сейчас нужно к печечке подойти. Вот у нас есть печка. Теперь окно изготовления здесь... Да, метеоритовый слиток, вот он, ребята. Фига, 109! Что теперь мы можем с помощью этого сделать? Пойдем посмотрим. Вообще, конечно, давай-ка мы попробуем изготовление. Ух, ё-моё, посмотри! А, ну не в принципе. Так, ладно. Пуля. Синий лазерный меч. Ну, тут у меня, по крайней мере, звезды. Очень слабое отбрасывание, смотри. Метеоритовый молот-топор. 100% мощности топора, 60% мощности молота. Не, погоди, топора. А, тут 100%. Интересно, интересно, друзья. Вот эту штуку неплохо было бы-то смастерить, а? Посмотри. Космическая пушка. 18 магический урон. Очень высокая скорость. Использует 6 единиц маны. Не, у нас тут нормально. Звездная пушка. 58 дистанционный урон. Стреляет падающими звездами. Блин, мне столько не хватит, я уверен. И так, призывает ездовой бур. Бур? Ух, блин. Показывает метеоры. Магический урон. Так, а это интересно, посох хороший. Но вот можно надеть, призывает ездовой бур. Это мы сразу в ад, можно сказать, попадем. Ох, дядь, что? Люминитовый слиток, хлорофитовый слиток, грибной слиток адского камня. Охренеть. Не, пожалуй... Ох, ё-моё, даже это мы не сможем скрафтить. А вот это вот? А вот это можем. Так, увеличивать магический урон на 9%. А, интересно, смотри-ка. Так, можно надеть 5 защиты. Опа. Вот это мы обосрались, а. Сколько я записываю, блин. Я хотел, я думал то, что... Молодец. Добыл. Все, можно нафиг это выкидывать. То есть это нафиг нам не нужно. Хотя вот единственное, вот это вот пригодится. Да. Метеоритовый молот-топор. Ну ладно, давай его. Вроде он неплохой. Блин.
Броня хреновая. То есть у нас даже сейчас лучше. Ну ладно. Так. В принципе, что, друзья? Зато смотри! Это крутая штука. Это крутая штука. Так, упавшая звезда. Красная древесина. Ну, погнали в ад, пацаны. Что, погнали? Погнали. Нам плевать. Все-таки на дворе что у нас там? Ночь, не ночь. Так, погнали. А я, кстати, эту штуку... Да, я с собой ее ношу. Вот так вот сделаем. Так. Все, окей. Тоня, Кирюха, готовы к приключениям на жопу? Так, смотри, а мы, в принципе, здесь докопали, да? А тут как-то непонятно. Вот здесь вроде... Нет, погоди. А как же мне понять, ребят, где именно строить арену? Там чуть ниже надо? Ладно, вперед. Погнали, друзья. Сейчас мы разберемся обязательно. Так, гоблин. Также он может зачаровать. Он сможет зачаровать нам, смотри. Доспехи из адской полюбасу круче. 100%. То есть нам сначала надо будет это все добыть. Сегодня стенки, наверное, не будет, ребят. Потому что мне надо все это будет построить там, осмотреть, посмотреть. На это нужно время. Так что, друзья, извините, пожалуйста. Так, как мы... Ага, там немножечко по-другому. Немножечко по-другому мы с тобой ходим. Блин, капец, ну как это... Я тут настроил всего... Как я вообще там попал? Ю. Смотри, что-то все заросло. Это круто. Так, вот так вот хотя бы делаем. Нам сейчас вон туда нужно идти. Так, чуть ниже. Сундучок, который мы с тобой, да, давно-давным лутали. Ужас, какой путь, какой просто путь. Блин, ну что за пути? Ой, какой-то. Такие звуки издавал. Так, вот, вот это уже похоже на ад. А смотрите, друзья, у нас маленькая сейчас проблема в том, что я не взял зелье. Вот. Ну, давайте сейчас мы... Серое пир... Похоже, Ямис и Стелла устраивают вечеринку. Что? Достижение получено? Не понял, что они там за вечеринку устраивают? Смотри, вправду что-то устроили? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, я место точно, он же трактирщик. Тусовщица. Бум-бум-бум-бум. Бьются, блин, что-то. Так, короче, смотри, дядь. Нам надо сейчас, я так понимаю, еще ниже. Еще ниже. На дно, на дно. Окей. Разберемся сейчас. Ух ты, ля! Круто! Но мы это, не, по-моему, не сможем добыть. Да, кирка у нас сейчас не очень хорошая. Угу. То есть, по факту, что мы вообще сюда пришли? Какого фига? Что пришел сюда? Ну, вроде оно.
Вроде тут вот так вот надо выстраивать, да и все. Короче, смотри, сейчас мы чуть ниже пройдем, посмотрим вообще. Надо было побольше, конечно, узнать, ребята, чтобы не тупить. Но прикинь, вот если бы ты не дал, например, мне бы совета никакого, как бы я тупил, чем бы я вообще занимался тут нафиг? Я не представляю, я честно, я не представляю. Так, смотри, где строить арену? На 1000 нафиг блоков. Притом на 2000, там говорят. Ну, давай проверим, наверное. Ну-ка. Опа, тут становится жарко. Чё, понял. Адская летучая мышь. Уничтожаем. Все, да, да, мы вроде добрались. О, щит. Так. Ну что же, пепел. Тихо, 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 тихо. Угу! Адские слизни тут какие-то. Офигеть. Бомба. Лечебное зелье. Серебро. Так. То есть по факту нам вот так вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так надо все выстроить. Как я понял. Так, далеко, далеко, далеко. Так. Охренеть! Обсидиановый кирпич. Блин, а тут красиво, ребята. Офигеть, что это такое? А, это типа люстра здесь в аду. Минус. Костяной змей. Жесть. 9 утра показывают. Тихо, тихо, тихо. Короче, друзья, тут без адской кирки, я так понял, нам... А стоп, а как нам вообще адский кирпич вообще где добыть? Что-то я ничего не понимаю. Тихо, стой, стой, стой. В общем, друзья, зашел я на Вики, почитал, чтобы не тупить, потому что, блин, иначе я сейчас буду такой, что, что, где, кого, блин. Нам, получается, нужно, погоди, вот, по-моему, вот это, да, это оно. Из этой руды как раз адский, блин, да иди отсюда. Короче, адский слиток получится. И вот на этой печи-то как раз нам и надо это сделать. Но видишь, я ее не могу с собой даже забрать, потому что нужна кирка хорошая. А кирку мы можем... В общем, я знаю теперь, что делать. Возвращаемся домой, друзья. Да, плохо, когда я туплю. Как-то это такое себе. Не, иногда это весело смотреть, но когда прям много... Тупника, блин, не знаю, что делать. Это прям выводит меня. Потому что спать хочу. Правда, я очень сильно устал за эту неделю. Поэтому под конец вообще. Это вот знаешь, как родители, например. У них понедельник нормально, хорошие, бодрые. А в пятницу мой батя уже вот такой вот идет. И все, о, отдыхать. Вот я так же, ребят. Я вообще сейчас уже никакой. А мне еще завтра надо полюбасу ролики сделать. Надо пораньше, блин, встать. Короче. Так, смотри, взял я демонитовый слиток уже говорю, господи, слиток и кусочек тени.
Вроде правильно сказал. Ё-моё, я уже все, я уже даже не умею разговаривать, ребята. А, смотри, у них и вправду вечеринка, посмотри. Вечеринка. У братишки дома. Счастье. А можно нажать на счастье? Я живу мечтой. Ладно, дядь, понятно. Офигеть, они и вправду вечеринку устроили. Это круто. Это действительно очень круто. Идем сейчас в данный момент к наковальне. Есть. Вот. Всего 9 урона. Так мало. 8% критического. И вот смотри, 65% мощности кирки и позволяет добывать адский камень. Вот что нам нужно. Да, изготавливаем. Есть. Все, давайте, ненужное. О, господи, сколько, сколько у меня хлама. Да даже вот не то, что хлама, но просто... Так, блок, обязательно это нам нужно. Сапфир. Колдовской стол. Пусть будет бомба. Мертвая трава, блин. Вообще shift, просто shift. Ну почему, ребята, я до сих пор... А так control, вот, ну все же легко. Кстати, ребят, вот это мы с тобой тоже забираем, один ключик. Солнечная пластина, это вообще можно было выкинуть. Тоже как бы такое. Так, все, уже тут никуда не это положить. Давай. Да пусть будет. Тоже. Пепел. Хрен его знает. Все, нафиг. Итак, друзья. Вот. Вот, хорошо. Хорошо. Блин, зачем мне столько оружия? Ну, это на всякий случай. Это притом не сегодня же я буду валить. Но, окей. Так, все, у нас теперь есть кирка. Мы теперь можем спуститься вниз. Немного там полутать. Походить и построить. Сейчас мы с тобой спокойненько туда переместимся. Короче, я забыл зелье обсидиановой кожи. Немного обжегся. Но зато смотри, 17 адского камня. Я добыл. Но это фигня полная. Смотри, нам нужно ведерко. Вот пустое ведро. 13 штук. Мы сейчас нальем туда водички. Вот. И как раз обсидиан сможем создать. Он вроде так называется. Я, блин, сейчас могу все путать. Я могу сейчас вообще полную дичь нести. Так что извините, пожалуйста, ребята. Так, ведерки есть. Нам нужна вода. Водичка. Вот вода там. Пойдем сейчас нальем с тобой. В ад спустимся. Все будет окей у нас. Правда, я не знаю. Вообще засыпаю, ребята. Извините, пожалуйста. Сегодня вроде хороший такой день. И прям серии клевые там записал. Но вот прям на террарию аж не хватило меня. Я что-то прям вырубаюсь. Так, мы с тобой сейчас берем пустое ведро. Ведро с водой. Где оно? 3. Ага. Есть. 13 ведер. Надеюсь, этого хватит. Я на 100% не знаю. Потому что могу, как всегда, обосраться, по-русски говоря. А почему? Потому что мало что знаю. Неопытный я игрок. Вот. Но ничего, ничего, друзья. Блин, мы уже и так обосрались с метеоритом. Я его слишком поздно начал добывать. Его на ранних этапах хорошо было бы добывать, но сейчас вообще не нужно нам это, оказывается. Так что пойдем исправляться, ребят. Чтоб серия топовая была, нужно нам срочно добывать и делать адскую броню. Так, вроде бы сюда. Сейчас мы с тобой посмотрим. Да, все сюда. Капец, какие тут маршруты запутанные, ё-моё. Пипец. Надо вот чисто вот спуск вниз сделать, да и все. Прям ват на дно. То, блин, фигню какой-то страдаю. Так, нам вроде бы надо сюда. Медуза там поселилась, офигеть.
Так, ну уже скоро ад. Ребята, будет, не переживаем. Так, хорошо. Отлично, отлично, отлично. Падаем, падаем, падаем. Надеюсь, записывается. Да, хотя бы записывается. Это уже прям счастье. Я очень рад этому. Водичку могли вообще... Вот что мне нужно. Да, друзья. Это оно. Не знаю, по-моему, не так прям много мне нужно, но... Все равно. Так. А как мне ее? О, слушай, неплохо. О, блин, саламандра. Так мало? Вот как так? Маловато будет, дядь. Если честно. Стоп, а может как-то по-умному сделать? Мы с тобой же вроде как прошаренные чувачки. А что если мы с тобой... Сейчас, погоди. Так. Как же сделать-то? Сейчас, секунду, ребят. Чтобы это все там выливалось как-то. По-хитрому надо сделать. Вроде так. Ладно. Так, ведро с водой выливаем. Во! Блин, нет, это не работает, ребята. Я-то думал, знаешь, типа там бесконечная вода будет или что-то еще. Угу, сейчас. Да уж. О, он еще и сгорел. Нет, это не... Это прикольно, но... Не то. Чё по три блока-то? Это фигня какая-то. Во. Так, хорошо. Теперь мы с тобой еще отправляемся. Вон там водички можно налить. Нормально так. Слушай, клевые ведра, а? Мне прям ведра теперь нравятся. Что-то один блок. Так, сколько у нас... 54. По-моему, мне кажется, хватит. Ну, на всякий случай, давай еще там добудем. Молодец, добыл. Добытчик. Прям молодец. Да боже, ну... Расправьтесь уже с ними. О! Офигеть, от лавы избавляемся. Все, избавились полностью, прикинь. Офигеть. Тут еще вода. Как раз можем сейчас тут еще залить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все, хорошо, я думаю, нам хватит. 75 обсидиана. Все, годно. А, теперь, друзья, мы с тобой спускаемся дальше. Нам нужны эти адские блоки. Это очень важно. Опа, сундук. Крепкий адский лук. Ё-моё, деревянные стрелы превращаются в огненных летучих мышей. О,
Очень высокая скорость. Блин, это намного лучше. Блин, погоди. Не трогай меня, мышка. Офигеть. Да боже, ты меня что, убить хочешь, реально? Охренеть, это годно. Они бы еще взрывались. Супер. Ладно, нашли мы неплохую штуку. Так, украшенный теневой. Можно призывать ручного теневого мимика. Так, давай посмотрим. Динамит. Стрела адского. Атакующий тоже получает урон. Круто. Опа. А кто же у меня призвался? Что? Сундук? Это мой питомец? Сундук? Очень странная вещь. Быстрый магнит сокровищ. Можно носить ячейку. Хорошо, увеличить дистанцию, взять. О, блин. Так, идите нафиг. Я вас не звал, как говорится. Вольфрамовая пуля, зелье охотника. Не, мне пока вот это нравится. Не знаю даже, ребят, что-то это... Какая-то непонятная вещь для меня. Так. Теперь мы можем забрать, да, эту штуку? Да, адскую кузню можем. Вот она. У нас теперь. И сейчас, по-моему, здесь будут... Да, друзья, лава. Лава, 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 лава. Смотри, мы сейчас выпиваем... С тобой быстренько. Да боже ты мой, ни хрена себе, эти сраный бес. Ты что творишь-то? В жопу влез. Иди нахрен. Да вы совсем охренели. Что за ад тут реальный? Тут лава. Заколебали. Все, короче, бахаем зелье быстрей. Где оно? 6 минут. Все. Начинаем. Погнали. Да, вообще плевать. Ля жарит. Все, норм. Искупались, как говорится, да? Охренеть. Из адского камня прикол в том, что лава выливается. Так. Нам как можно больше надо, чтобы на броню хватило. Он может плавать в ней. Вообще плевать ему. Так, главное следить, ребята, то, что закончится действие, мы в лаве с тобой купаемся. Будет не очень приятно. Так, хорошо, хорошо. Мы там что достаем еще?
Так, вроде нормально, ребят. Так, идем дальше. Так, где дальше? Вот адский камень. Чуть ниже. 4 минуты. Так, смотрим, сколько добыли, ребята. 107, маловато. Не знаю, там штук 300, наверное, надо. Куда ж ты, дурачок, ты идешь? Так, ребят, я тут добываю, так что идите нафиг. Так, 3 минуты. Быстрее. Блин, где же нам столько... Не, ну 2 зелья точно уйдет, это понятное дело. Ну просто побыстрее бы нам все это сделать. Так... Где бы больше всего-то было? Вот тут вот много. Ёпарасете, хрюн. Две минуты. Так, что это? Это печь у нас. Блин, надо где-то побольше, прям чтобы залежи были. Это маловато все. 2 минуты остается. Тут капец просто, смотри сколько. Так, 2 минуты. Тут дофига. Сейчас 1 минута будет, мы с тобой выпиваем. Секунд. Блин, удобно очень. Так. Все, есть. Еще 6 минут. Я думаю, мы с тобой нормально сейчас добудем. Давай. Копай, бро. Так, отлично, молодец. Охренеть. Что творим, блин, а? Сколько? 176. Нормально. Мне как раз, я думаю, 300 хватит. Нет. Блоки. Блин. Да идите вы нахрен. Так, ладно. Смотрим дальше, где. Что у нас? О, нормально. Ву! Шикарно. Срочно добываем. Охренеть, там дофига. Смотри, кто там вообще летит? О, нет.
Охренеть, как он вообще под лавой выживает, я не представляю. Заколебали, идите отсюда. Так, хорошо. Я думаю, здесь мы как раз и закончим сейчас. Ну, в плане закончим, добудем все. Создадим броню, испытаем. Кирку еще надо обязательно будет сделать. Сколько? 247. Норм. Восходит кровавая луна. Замечательно, просто великолепно. Ну, хотя нам плевать, мне кажется, мы и так в аду. Куда хуже. Так, 3 минуты остается. Ого. Тут много. А, нет, не так много. Кто хрюкает? Так, есть. Дальше вот там вот еще 279. И это будет последнее, я думаю. Хрюкальщик. Так. Тут что установишь? 2 минуты, ребята. Ну, надеюсь, хватит. Прям очень надеюсь, что хватит. Так, все, погнали куда-нибудь вот сюда вот, да? Да, тут нормальный домик. Фух, Так, изготовление. Слиток адского... Угу. Что надо сделать? Обсидиана 2. Серьезно? Можно просто это сделать и все? Интересно. 75 слитков. Теперь мне нужна наковальня. 75. Не маловато ли это вообще, ребята? Если честно, как-то, ну, не очень прям впечатляет. Вот что я вам скажу. 75. Ну, по крайней мере, ладно. 75. Ну, должно хватить на самом деле. Вот чувствую, что должно. Так, нам нужно сейчас ледяное зеркало. Давай отправляемся обратно. Можно было с собой, кстати, взять эту штуку. Ребята, изготовление. Да, там можно. Вау. Офигеть. Вот они. Сколько нужно? Всего 10! Точно, мы сделаем, пацаны. 20. Офигенно. Это все зачаровать можно, и будет вообще супер. А, сейчас кровавая луна, пацаны, я что-то забыл даже. Блин, они сейчас наших расхреначут. Не дай бог. Так, сейчас. Ой, блин, зря вы сегодня напали на меня, ребят. Идите нафиг. Глаз избавиться надо. Так, все, хорошо. Офигеть. О, смотри. Смотри, что сзади. Сейчас можно посох зяблика? Как убрать посох
Блин, как питомца убрать? Ну, то есть так сделать. Не, он не исчезает. Ну ладно. Короче, ребята, это круто. 30 слитков у нас еще осталось. Надо бы, знаешь, что сделать? Я думаю, надо сделать... Стой, а зачем я вообще добывал? А какого хрена я вообще добывал? Я думал... А, не-не-не-не-не. Слиток адского камня я специально добывал, потому что там нужен был обсидиан. Правильно-правильно я сделал. Все окей. Это я думаю, типа, как я ступил? Видишь, у нас адского камня-то еще 79, если бы обсидиана побольше было бы. Но мы его можем. Так, стоп. Стоп. Летая кирка, это оно? Посох беса. Призывает беса, который сражается за вас. Ну, кстати, это интересно. Блин, это куда лучше. Зачем вообще метеор начали, блин, фиг... Сука, скорость. Да. Достижение получено. Шахтер-огневик. Ну, как у нас. Сейчас, ребята, надо что-то... Не, все, у меня уже слоты закончились, ребят. Это надо все продавать. Древний теневой шлем вот этот вот. Надо все продавать. Ладно, друзья, главное, что мы все сделали. Блин, кирка теперь у нас. Офигеть, круто. Ой, она светится. Ой, как она быстро добывает. Офигеть. Ладно, пока так сделаем. Ладно, друзья, блин, как это красиво, круто. Ребят, в следующей серии, а именно завтра, будет стена плоти. Так что ждите, завтра топовая серия будет. Обещаю. На этом все, бай-бай, дорогие братишки.